Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Мама Беларусь, мама, мама Беларусь. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Настроение вообще превосходное. Погода за нас. Автопробеги – это... путь к объединению. Мы объединяемся, дети, взрослые, народ всей страны, для того, чтобы наша страна была сильной, светлой, процветающей и мирной. У меня замечательное настроение. Автопробег «Символ единства» действительно является символом единения белорусского народа. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Это наши города. Уже посетили все районы Гомель, Гродненской области, Брестской области, Витебской области. И сегодня вот буквально после вас нам осталось два региона Могилевской области. Мы едем в Осиповичи, затем в Блуск и передаем эстафету нашим коллегам из Гомельской области. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Это наши города. Настроение хорошее, погода тоже. Автопробеги. Сегодня мы участвуем в республиканской акции. Автопробег, который состоялся и состоится еще, будет несколько дней проходить в других областях, который приурочен к году народного единства. Мы едины. Мы за цветущую Беларусь. Мы труженики села, поэтому стремимся... трудиться сами и приучаем к этому подрастающее поколение, в которых воспитываем гордость за свою страну, за родину, за Беларусь. Цель вот посещения – это не только собрать зерно как символ единства, да, для того, чтобы 17 числа испечь из зерна самый большой каравай, да, который объединит зерно всех аграриев нашей республики. Но и в первую очередь это встретиться с людьми. И как по-другому не выразить единство, если на одной площадке мы встречаем детей, мы встречаем взрослых, мы встречаем дедушек и бабушек, что символизирует единство поколений. Беларусь моя.